Привет! Я покажу тебе, как установить Xayeras World Map в Minecraft 1.21. Для начала переходим по ссылке и скачиваем мод для Minecraft версии 1.21. Я выбираю версию Forge, но ты можешь выбрать другую версию, если используешь не Forge или Fabric. Все, что нам осталось сделать, это установить сам мод. Для этого сначала открываем лаунчер Minecraft. В версиях найдем версию Forge. Затем нажимаем на папку рядом с Forge. Здесь мы создаем папку mods и просто забрасываем в нее файл мода. Вот и все. Теперь ты можешь зайти в Minecraft, но обязательно через Forge. И, как ты видишь, карта открывается и все работает корректно. А если тебе помогло это видео, не забудь поставить лайк и написать комментарий.